Всем привет, всем доброго времени суток, ребята. В этом ролике я хочу вам рассказать и все подробно показать, как попасть. Вот я сейчас нахожусь около, рядом подъемника Рольда. И я вам покажу, как нам попасть вот в ту сторону. Вот ту сторону без замка Сол. Вот без второй части медальона и без всего. Всего, короче, вот так скажем. Зачем нам туда надо попасть? Потому что мы тут попадем дворец Могвинов. Вот. И что для этого? И там будем фармить для себя руны. И что для этого надо делать? Вот я сейчас все вам подробно покажу. Вот я нахожусь вот здесь. Вот мое место тут. И для этого нам надо, вот я очень пошагово, очень подробно все вам покажу, ребята. Вот. Возвращаемся к подъемнику Рольда. Вот, не забудьте это место. Вот. И этот камень тоже не забудьте. Вот этот камень тоже не забудьте. И вот так, ребята. Вот стоим тут. Короче, нам надо снять все снаряжения с себя. Почему, я сейчас вам скажу и объясню. Потому что нам надо быть очень легче. Очень легче, чтобы нам надо допрыгать далеко. Вот. Вот видите, да, вот так. Вот стоим тут и бежим, ребята. И бежим, бежим. Дважды прыгаем. Нам надо долететь до туда. Вот. И прыгаем вот сюда. И вот. И у нас сейчас появится клин Марики. Подождем пару секунд. Вот клин Марики появился. Нажимаем мы на клин Марики. И нас мы появимся уже совсем в другом месте, ребята. Вот, где сейчас вместе увидим. Вот тайный путь к святому древу. Вот в этой локации. Сейчас уже можно надеть шмотки назад, потому что мы свою миссию выполнили. Вот. Сейчас надо активировать благодать, пока не умерли, да, вот поэтому надо шмотки надеть быстренько. И я сейчас дорогу тоже вам покажу, куда надо бежать. Вот. Никому не обращайте внимания. Если умрете, все этот процесс придется вам заново делать. Вот. Бежим здесь, вот поднимаемся наверх. На них не обращайте внимания. Вот. Здесь впереди тоже чуточку осторожнее. Упадет вам осьминог на голову. Вот у нас тут благодать есть, да, впереди. Поднимемся сейчас. Вот. Сядем тут быстренько, чтобы активировать локацию. У нас была благодать. Вот так, ребята, мы уже на карте священное заснеженное поле. Сейчас только остается добежать до телепорта мавзолея Могвинов. Вот так. Надеюсь, ролик был для вас полезным, ребята. Всем пока, пока, добра и мир, ребята.